не были у Клифта. Любопытно. Едем туда. Это были индейцы. Мы пришли слишком поздно. Смотрите, они оставили письмо, пригвоздили его стрелой к столу. Судья Клифт, когда-то ты убил моих братьев Канистога. Я простил тебя и забыл об этом. Вчера ты убил всю мою семью. Теперь настал твой час. Тагаюта. Тагаюта. Судья Клифт отправил своего помощника, капитана Берри, в карательную экспедицию против индейцев. В селении Берри споил всех краснокожих водкой. Усадил пьяных индейцев в каноэ и пустил вниз по течению. А солдатам приказал стрелять беззащитных. Когда Тагаюта вернулся с охоты, все было кончено. Его жена, сыновья, дочери, внуки, все были убиты. Когда меня выбирали судьей, я заявил, что буду против всякого насилия над индейцами. Отец, в этом никто не сомневается. Ньюман только... Я не Клифт, я Мэкью. А Мэкью всегда свое слово держали. Неужели ты надеешься, спасибо, что сможешь один защитить индейцев от нападений бледнолицых? Если мы сами не защитим себя, нам никто не поможет. Странный парень этот Текумзе. Он неплохо говорит по-английски. Эйлин его обучила. Хотел бы я знать, о чем думает такой краснокожий. По-вашему, им можно доверять? Конечно. Разве мы не боролись за конституцию, гарантирующую равноправие всем, независимо от цвета кожи? Я слышал, вы согласились на брак своей дочери с этим индейцем. А почему мне быть против? Ну, я бы советовал вам серьезно обдумать свое решение. Не забывайте, ведь вы теперь судья. Только поймите меня правильно. А при чем здесь судья? Эллен и Текумзе давно любят друг друга. Вот что важно. Саймон прав. Пусть они сами все решат. Какая прелесть. Благодарю тебя. Мэг! Мэг! Ты еще не спишь? Нет. Что-нибудь случилось? Ух, посмотри. Это же панда. Осторожно, бежит. Не волнуйся, я ей сделаю клетку. А утром верну ее тебе. Честно? Честно. Я мечтаю о том, чтобы ты мог навсегда, навсегда остаться у нас. И тогда счастливее меня никого не будет. Когда я вижу ваши форты, города и деревни, каждый раз меня удивляет, Эллен, две вещи. Какие у вас разные лица, и как много вас. Не прошло и двух поколений с тех пор, как сюда пришли бледнолицые, а они уже покрыли нашу землю, как рой комаров. Это последнее изобретение. Многозарядное ружье Берсели, и пистолеты такие же. Они гораздо лучше прежних и надежнее их. Просто невероятно. Рад приветствовать тебя, вождь Черный Барс. Мы приехали не одни. Привезли с собой Тагаюту. Его надо судить.
Тагаюта, наверное, много бы дал, чтобы отсюда сбежать. Встань у ворот. Я тебя понял. Эй, Мэг, поскорее запрягай лошадей. Мы едем в форт. Если ты выдашь Тагаюту бледнолицам, они его повесят. Ты же знаешь, почему он убил судью Клифта. Опомнись! До каких пор ты будешь верить в справедливость суда? Я уверен, Тагаюту не казнят. И мне кажется, черный барс очень верно делает, что хочет его нам выдать. Это поможет наладить взаимоотношения и установить порядок. Выдать, установить порядок? Ты вспомни, брат, сколько раз бледнолицы нарушали договор, а наказывали всегда только нас, индейцев. Я думал, бледнолицы и твои друзья. Напрасно вы это сделали. Напрасно, ты, Кумзай. Я не одобряю поступок Тагаюты. Но Клифт Первый нарушил договор и приказал убить беззащитных. Сэр, там собралось много людей. Они требуют повесить индейцев. Что делать, сэр? Обеспечить нормальное ведение переговоров. Понятно. Возьмите моих вестовых. Хотел бы я иметь такую выдержку. Ах, нет. Да, тебе надо что-нибудь другое. Этот цвет больше пойдет к темному. А мне нравится вот это. Да, но на платье не хватит. У меня там должен быть еще рулон. Идем со мной. А Эллен, ты об этом говорил? Она ведь абсолютно уверена в том, что ты у нас останешься. Возьмите оружие и идите за мной. Эллен! Мы ушли. Я не допущу самосуда. Посланцы шаманов находятся под моей защитой. А народ требует повесить этих краснокожих. Смерть! Черный барс всегда с почестями принимал каждого бледнолицего, который входил в его вигвам. А где был черный барс, когда вы нападали на его братьев? Сидел в своем вигваме и соблюдал мир. Мои братья даже называли меня другом бледнолицых, предателем. А, вот ты наконец и создался, предатель! Уберите оружие! Я как речной камень, который течение оторвало от скалы и прибило к твоему берегу. Встречи с тобой делали меня счастливым, потому что я видел твою любовь. Ты обучила меня своему языку, и теперь я знаю об Александре Македонском и датском принце Гамлете. Я никогда тебя не забуду. Такумзе, я пойду с тобой, куда ты захочешь. Есть такая птица, мангуя, ты слышал о ней? Эта птица всегда поет, когда кто-нибудь прощается. Мангуя рождается без ног, и поэтому всю свою жизнь проводит в воздухе. Она небесно-голубого цвета, а крылья, как прозрачный шелк. И самое заветное ее желание хоть раз в жизни прикоснуться к земле. Но, коснувшись ее, она умирает. Вапаконету, в селении шаванов. И останешься там навсегда. Не знаю. Прошу. Текумзе. Ты все хорошо обдумал. Ведь вместе мы тоже могли бы помочь твоему народу. Могли бы
много для него сделать. Жаль, мой мальчик, что ты покидаешь нас. Быть с вами и что-то делать – это одно. А быть со своим народом и бороться за его права – это другое. Не забывай, что у тебя есть друг. Если тебе нужна будет помощь, рассчитывай на меня. Вот мое Берсель. Возьми его. Знак нашей дружбы. Вы писали президенту Мэдисону, что вот уже 2 года, как прекратились поджоги, нападения, убийства и прочие неприятности, которые нам причиняли здесь соседи-индейцы. Вы еще писали о том, что они почти полностью заплатили торговцам свои долги, несмотря на проценты, но при этом категорически отказываются покупать водку. Господин президент вполне разделяет ваше беспокойство. Но я писал ему также, что индейцы скупают оружие, и это внушает опасения. Краснокожие себя ведут все более самоуверенно и дерзко. За свои меха они требуют наличные деньги. По-моему, господа, все ваши опасения совершенно напрасны. Индейцы неспроста скупают оружие. Они стремятся создать союз индейских племен. Длительного союза между ними быть не может. Нет, может. И в этом очень заинтересованы англичане. Ich war in den letzten Monaten mehrmals in den Nordgebieten. Glaubt mir, überall wettern sie gegen unsere Verträge, unsere Landkäufe, gegen den Alkohol. Überhaupt gegen jede Verbrüderung mit uns. Handel ist kaum mehr möglich, außer mit Waffen. Господа, вам что-нибудь известно об этом? Нет, но... Всего лишь предположение. Сэр, хотите взглянуть, как индейцы покупают оружие? Это интересно. Да? Vielleicht doch noch einen Schluck vom Geschäftlichen? Das nenne ich schlicht und einfach die Gastfreundschaft missachten. Aber bitte, wenn ihr nicht wollt. Also gut. Und was werden eure Frauen sagen, wenn ihr ohne Geschenke heimkommt? Ну-с, могу предложить вам красивые бусы или шерстяные одеяла. А вот смотрите, какое чудесное зеркало. Что скажут ваши женщины, если вы вернетесь домой без подарков? Sollen sich doch eure weißen Frauen damit schmücken. Also Alkohol ist der Tod des roten Mannes mit meinen wunderschönen Ketten. Значит, не желаете. От всего отказываетесь. Опять хотите купить у меня только ружья и патроны? Угу. Да. И больше ничего? Больше ничего. А зачем вам так много ружей? Каждый бледнолицый обязательно имеет ружье. Каждый индейец тоже должен иметь ружье. Чего мы ждем? Надо прогнать бледнолицых из Индианы, и тогда все краснокожие братья последуют нашему примеру. Сколько раз мы прогоняли бледнолицых, они опять возвращались. И теперь будет то же самое. Мы не сможем их победить. Они снова вернутся. Нет, мы будем гнать их до большой воды. Нельзя больше ждать. Гордый орел прав. Мы должны сражаться с бледнолицами, выбора у нас нет. Но гордый орел слишком нетерпелив. Сейчас у нас не хватит сил, чтобы выступить против бледнолицых. Schwarzer Adler hat recht. Wir müssen kämpfen, wenn uns die Weißen keine andere Wahl mehr lassen. Aber Schwarzer Adler hat auch Unrecht. Wir dürfen es nicht jetzt tun. Und vor allem nicht allein. Это Шаваны. Это Майами. Иракезы. Дакота. Кроме дыма и пепла от них ничего не осталось. Но когда все эти племена объединятся, они будут непобедимы. Текумзе, ты прав. Но не все краснокожие братья последуют за тобой. Многие тебя не поймут. Они поймут меня. И я сделаю все для этого.
Вожди прибыли, сэр. Они отказываются сдать оружие. Ну что ж, тогда пусть входят с оружием, только усильте охрану. Ну, Мэкки, пойдите и встретите своего друга юности. Предложите ему место рядом со мной. Твой отец разрешает тебе сесть. Разве мне нужно его разрешение? Пусть мой краснокожий брат забудет эти слова, его никто не хотел обидеть. Он говорит по-английски? И по-французски тоже. Умеет читать и писать. Подойди сюда. Я останусь со своими воинами. Ты готов выслушать, что я тебе скажу от имени моих краснокожих братьев? Я слушаю тебя. Вы считаете себя нашими отцами. Это не ново. Когда французы пришли в нашу страну, они называли нас своими детьми, давали нам деньги и хотели получить за это маленький клочок земли. Потом пришли англичане и победили французов. Им понадобилось уже больше земли. Они тоже называли себя нашими отцами. Потом вы, американцы, победили англичан. И теперь вы утверждаете, что вы наши отцы. Но в это трудно поверить. Вы все время нарушаете договор с нами и хотите отнять всю нашу землю. Какие же вы отцы? Ты во многом прав. И все же за последнее время нападения с обеих сторон прекратились. Мы стали жить в мире друг с другом. Меня это радует. Моих краснокожих братьев это тоже радует. Но ты не сказал, почему наступил мир. Вы больше не рискуете на нас нападать. Разве не так? Мы пришли тебе сказать, что решили наши вожди на Высшем Совете. Отныне земля индейцев является общей собственностью всех краснокожих братьев. Поэтому перестань вести переговоры о покупке земли с отдельными вождями. Их ожидает смерть за продажу земли. Я с большим вниманием выслушал тебя, вождь, и согласен с твоим требованием. Я, генерал Уильям Гаррисон, еще не забыл, что войну с Англией за независимость мы выиграли также и ценой крови краснокожих братьев. Но у меня есть к тебе вопрос, вождь. Почему ты сейчас так усиленно стал вооружать свой народ? Не собираетесь ли вы выступить против нас, против Соединенных Штатов? Нет будущего без прошлого, губернатор. А прошлое учит нас, что бледнолицы считаются только сильными, поэтому мы объединяем все индейские племена в союз. Мы просто хотим последовать примеру Соединенных Штатов. Разве это так уж плохо, губернатор? Прошу вас. Давно мы не пили огненной воды. Я рада, что ты не забыл, где живут твои друзья. Вы, наверное, хотите есть? Угу. Прошу. Ничего не изменилось. Все как было когда-то. А ведь 6 лет прошло. Да, 6. И за это время ты стал известным человеком. А ты? Ты правая рука самого губернатора. И только лишь, но не губернатор. Ты помнишь тот вечер, когда я от вас ушел? Да, очень хорошо помню. Ты обещал Саймон тогда свою помощь, если она мне понадобится. Это я тоже помню. Нам нужны ружья. Мы хотим купить у вас. Так много вам надо? На 9 000 долларов. На эту сумму можно армию снарядить. Вот именно. Извини,
Так много я не могу продать. У меня просто столько нет. Конечно, я постараюсь тебе помочь. Но только придется немного подождать. Хорошо, я подожду. Ну, идите есть. О, как все это вкусно пахнет, Эллен. Не хвали заранее. Ешьте на здоровье. Идем, я тебе хочу что-то показать. Ты узнаешь? Ты чем-то озабочен? От тебя никогда ничего не скроешь. Нам нужно много оружия, но никто не хочет нам его продавать. Только поэтому ты и пришел сюда? Не только. А тебе рассказывают настоящие чудеса. Это правда, что ты основал священный город? Кто об этом говорит? Все торговцы и охотники. Рассказывают, что там собралось столько индейцев из разных племен. Да. Племена краснокожих братьев, которые вошли в наш союз, прислали к нам в священный город своих воинов для обучения. Слышала я об этом. Впервые за много лет между племенами индейцев нет разногласий. Нет разногласий. Значит, есть? Видишь ли, мы не так едины, как ты думаешь. Молодые воины выступают за союз, а все старые вожди против нашего единства. Боятся потерять свою власть. Саймон мне говорил, что у тебя появились враги. Но у меня есть много друзей и немного счастья. Так Кумзе необходимо закупить оружие. У нас же его много, Саймон. Мы можем продать. Я должен поговорить с отцом. Ну почему? Слишком крупная сделка. Это же выгодно. Выгодно, но магазин пока принадлежит отцу. А да ты не просто могу... не хочешь. Уже поздно, нам пора ехать. Годы очень изменили нас. Очень изменили. Прощайте. Как ты мог отказать своему другу? Генерал Гаррисон запретил продавать индейцам оружие, и я не собираюсь нарушать приказ. Мое Берселли. Дай его мне. Индейцы сомкнули кольцо. Неужели они окружили нас? Полагаю, что так. На сей раз индейцы едины, как никогда. Правда, мне известно, что вождь Варандотов кожаные губа не поддерживает Текумзе. Это нам на руку. Текумзе из племени шаванов. Шаваны живут здесь, а священный город Текумзе основал севернее, на земле племени Врандотов. Этим я и воспользуюсь. Сэр, я вас не очень понимаю. Завтра кожаная губа приедет ко мне, чтобы продать эту землю. Землю Врандотов? Именно. Этим мы подорвем их единство. Но, губернатор, вы ведь дали слово Текумзе... Не покупать землю. Неужели вы серьезно думаете, что я намерен выполнить его требования? Текумзе угрожает смертью каждому, кто продаст свою землю. Кожаной губе я предложу такую сумму, что он сразу забудет о запрете. Извините, но мы не должны обманывать Текумзе. Не забывайтесь, мой юный друг. Wir dürfen den Indianern die Grenzen ihrer heutigen Gebiete gar nicht garantieren. Täglich kommen neue Siedler aus Europa, die Land haben wollen. Land! Land, das heute noch den Indianern gehört. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass jeder einzelne dieser Siedler höchstens ein Zehntel des Gebietes beansprucht, das auf den Kopf eines Indianers kommt? Wollt ihr vielleicht behaupten, dass wir das in aller Ewigkeit hinnehmen sollen? Wir sollten Tecumseh nicht betrügen. Roger, hä?
скажу. На обратном пути они повезут с собой кучу денег. Текумзе ушел на охоту. Его не будет 3 дня. Столько ждать я не смогу. Вы хотели купить ружья? Я привезла их, а не в фургоне. Бледнолицая сестра храбрая женщина. Я тоже. Правда. Идемте со мной. Проходите. Und so was liegt hier so rum? Mir scheint, dein Bruder hat seinen Sinn geändert. Nein. Ehrlich, da muss eine alte Frau ganz schön lange für strecken. Ты, Эйлин? Ты меня знаешь? Да, Текумзе мне о тебе говорил. Текумзе? Это Вологуа, жена Текумзе. Жене рядом с ним нет места. Я не жена ему, я только мать его сына. Эй, Сэм, это Берсель, мне нравится. Оставь его, оно нас может выдать. Пошли. Эй, Мэг! Возьми, Сэм. Сэр, пойдемте со мной. Как он? Отец? Он вас не слышит, Саймон. Шоковое состояние. Но я полагаю, что это у него скоро пройдет. Сэм подобрал на дороге лук и стрелы. Говорит, что только у шаванов такие.
Es ist ein zu hoher Preis, den du forderst, Häuptling Lederlippe. Es ist auch ein großes Stück Land, das du kaufen willst, Bruder Gouverneur. Trotzdem, es ist zu viel. Weißt du eigentlich, was nach dem Vertrag von Greenville für immerhin 60.000 Quadratmeilen Indianerland gezahlt wurden? 20.000. Нет. По 2 доллара на каждого краснокожего слишком мало, брат губернатор. Предлагаю хорошую цену. Больше не могу дать. Подожди, куда ты? Я приду, когда у тебя будут деньги. Ну хорошо, я прибавлю еще по доллару, но при одном условии. Каком? Оплата будет производиться на 2/3 товарами. Хорошо. Пусть будет так. А ты не боишься, Текумзе? Нет, не боюсь. Тебе грозит смерть за эту сделку. Текумзе только воин. Вождем его не выбирали. Но многие твои воины на его стороне. Когда мои воины узнают, что у меня есть деньги, они вернутся ко мне. Последний раз предупреждаю тебя, губернатор, прекрати заключать договоры с нашими вождями. Ты обрекаешь их на смерть. За такую дерзость его надо арестовать. Ты хотел посеять вражду между нами, но добился обратного. Совет вождей осудил Кожаную губу. Искупить вину своего отца к нам пришли сыновья Кожаной губы и привели с собой воинов. Надо запереть ворот, господин губернатор, и вызвать стражу. Не советую торопиться, господин губернатор. Ни один человек не выйдет отсюда, пока я не скажу все, что должен сказать. Мы помним, как расправились с Черным Барсом несколько лет назад. Поэтому 2000 воинов ждут у ворот города, чтобы прийти к нам на выручку. Губернатор, сообщи своему президенту, что по нашему требованию вы отказываетесь от покупки земли у индейцев. А мы дадим клятву никогда не нападать на вас и свято соблюдать условия договора. Хорошо. Я согласен на твои условия. Между нами должен быть мир. Дальнейшее будет зависеть от результатов моей поездки к президенту. Хорошо. Когда вернешься от президента, сообщи мне его ответ. Мэкью, проводите нашего гостя. Саймон, ты же знаешь, как дорога мне была твоя сестра. Она сама привезла нам ружье. Я не просил ее, поверь мне. Почему вы ее убили? Мы не убийцы. Нет, ее убили шаваны. Саймон, я знаю, тебе принесли лук и стрелы. Но что это доказывает? Очень многое. Да, для вас это доказательство. Что ж тебе еще надо? Мы с тобой были братьями. И до тех пор, пока бьется мое сердце, я стану с твоим братом. С этой минуты мы с тобой враги. У меня есть одна идея, сэр. А именно? На следующей неделе Текумзе едет на юг, чтобы вовлечь в союз семинолов. Ну и что? До Алабамы он будет добираться дней 30. А мы в это время займемся священным городом. Разорить священный город? Это отличная мысль, Мэкью. Полковник Мэкью. Благодарю, сэр. Это значит конец союза индейцев. Thank you.
вам уже высказал свою идею? А что, он хочет вступить в армию? О, нет, сэр, я могу принести больше пользы как торговец. Не понимаю. Я хочу предупредить индейцев, что вы намерены разрушить священный город, и тогда они сами нападут на вас. И если я с этим Zeug so ein bisschen Zauber veranstalte, dann greifen die uns bestimmt an. Ein Feuerwerk? Sehr gut. Есть сведения, что скоро начнется война. Война между Англией и Америкой. Что тогда делать нам? Вождь Семинолов, а что мы делали раньше? В каждой войне между бледнолицами мы были в союзе с кем-то из них. Они пользовались разногласиями между нашими племенами и привлекали индейцев каждый на свою сторону. Одни индейцы убивали других. Если и дальше так будет, то скоро на нашей земле не останется ни одного краснокожего брата. Вот почему мы должны быть вместе. Die Krieger meines Volkes sind seit deiner Ankunft kaum noch zu zügig. Aber werden dir auch alle anderen folgen? Als ich auszog, waren 3 Männer meines Stammes mit mir. Jetzt sind das Hunderte, die mit mir gehen. Aber viele tausende Krieger sind in ihren Dörfern geblieben und warten nur auf mein Wort. Завтра ты поведешь моих воинов на север, брат Текумзе. Я буду ставить тебя в известность о всех событиях у нас на севере. Приветствую вас, вожди. Я привез вам неприятное известие. Армия Гаррисона направляется к священному городу, чтобы его уничтожить. Почему мы должны верить твоим словам? Потому что я ваш друг. Друг индейцев. И не хочу, чтобы вас застали врасплох. Das große Wasser. Es hat uns die Bleichgesichter gebracht und es wird sie nie wieder zurückbringen. Nein. Solange auch nur ein Bleichgesicht auf unserer großen Insel lebt, wird es keinen langen Frieden geben. Willst du sie alle töten? Wir müssen lernen, mit ihnen zu leben. Мы должны первыми напасть на бледнолицых. Первыми. Прежде чем наступит новый день, мы перебьем их. Текумзе не поступил бы так. Когда Текумзе уезжал, он приказал отступать, если нам будет грозить опасность. Тогда надо отступать сегодня ночью. Когда взойдет солнце, будет уже поздно. Ты говоришь не как воин. Священный город нельзя оставить. Это верно. Надо напасть на них. Es ist töricht, die Stadt zu verlassen. Harrison irgendwo im Gelände anzugreifen. Schwarzer Adler spricht klug. Lasst uns hier warten. Harrison will kämpfen. Und auch uns ist der Kampf teuer. Doch teurer noch ist uns der Bund aller roten Männer. Dann sollen wir nicht handeln? Nein, meine Brüder. Der große Geist wird uns das nie verzeihen. Ich höre seine Stimme. Und er sagt uns, kämpft gegen die langen Messer. Unsere Krieger werden unverwundbar sein. Und Sieg auf Sieg wird folgen. Brüder, Tenskwatawa spricht nicht klug. Verschließt eure Ohren seiner Rede. Weckt eure klugen Gedanken! Wir dürfen nicht kämpfen, Brüder, hört ihr! Wir dürfen nicht kämpfen!
Unsere Krieger fallen! Was sollen wir tun? Hat uns der große Geist verlassen? Unsere Krieger werden von den langen Messern niedergemäht. Was sagt dir der große Geist? Kämpft, Brüder. Kämpft weiter, der Sieg ist nahe! Hast du weiter nichts zu sagen, Prophet? Unsere Krieger wanken, unsere Sache steht schlecht. Kämpft, Brüder, kämpft! Kämpft, Brüder, kämpft! Der große Geist ist mit uns! Komm. Приготовиться к штурму! Поздравляю, генерал. Победа. Спасибо, Мэкью. Спасибо. Мэкью, подожгите город. Пусть он превратится в пепел. Можно начинать, полковник? Начинайте. Слушаюсь. Сэм! Да, полковник. Следов Эйлин не нашли? Нет, полковник. Все осмотрели? Абсолютно все. Начинайте. Слушаюсь. Сжечь город! Эй! Thank you.
Du hast deinen Bruder losgebunden, ohne uns zu fragen, warum wir ihn richten wollten. Hast du nicht gewusst, dass er ein Betrüger ist? Unbesiegbar sollten wir sein. Aber was geschah? Alle meine Krieger sind gefallen. Und ihre Gräber liegen in den Wolken. Denn Squatava war kein Prophet. Er ist ein elender, feiger Betrüger. Hättet ihr nur noch eine Stunde ausgehalten, dann wäre... Schweig! Brüder! Die heilige Stadt war ein Lügenwerk. Sie sollte die roten Männer in der Hoffnung wiegen, stärker zu sein als die langen Messer. Aber die langen Messer haben uns besiegt. Denn nur Kinder können glauben, dass die langen Messer besiegbar sind. Doch Tecumseh kennt ihre Städte, ihre Schiffe, ihre Armeen. Er ist ein Betrüger, nicht besser als der Prophet. Ihr klagt mich also an. Ihr verurteilt mich. Und ihr braucht zu Recht nach alter Sitte ein Opfer, die eigene Schmach und Schande abzuwaschen. Братья, где был ваш разум, когда вы начали битву? Я же вам приказывал. Не вступать в бой с бледнолицами, пока мы не объединимся. Поймите, по вашей вине погиб священный город. Мы виноваты. Братья, разум покинул нас, когда мы начали это сражение с бледнолицами. Я с тобой, Текумзе, и мои воины тоже. Братья, я заблуждался. Я был слеп. Бледнолицы обманули нас. Они хитростью заставили нас выступить первыми. Мы отомстим им за кровь братьев. Братья, Ваната правильно говорит. Но сейчас нам нельзя воевать с бледнолицами. У нас не хватит сил для этого. Логан не пойдет за тобой. Логан больше не верит в союз. Ты ничего не добьешься. Бледнолицы намного сильнее нас. Поэтому мое место на стороне бледнолицы. Погасите костры. Мы уходим на север, к Великим озерам. Там мы залечим раны и начнем все заново. Проклятый подагра. Сэр, ваш багаж погрузили. Ах, да.
Хочу дать вам совет, генерал. Не принимайте близко к сердцу тот факт, что американцы официально объявили нам войну. Открытых фронтов здесь нет. Поэтому будьте готовы к скрытой, чертовски трудной борьбе. Это ведь не Европа и не прекрасный теплый Египет. Индейцы вам доставят немало хлопот. Да, вот еще что. Нас, англичан, тут слишком мало. И очень мало поселенцев и проводников. Избегайте прямых столкновений с индейцами. Вот вам мой совет. Запомните, с краснокожими вы должны... Постараюсь превратить индейцев в союзников. Превратить индейцев из врагов в союзников? Ха, вы наивный человек. Damit werdet ihr nicht weit kommen. Decken und Kleider mit dem Auswurf von Pestkranken sollte man ihnen schenken, um sie auszurotten. Oder man könnte ihnen noch auf spanische Art beikommen mit berittenen Jägern und Bluthunden. Как бы этот союз не погубил вашу карьеру. Позвольте мне возразить вам, сэр. Генерал, не вводите новые методы, к добру это не приведет. Что касается краснокожих, то о них вам многое расскажет полковник Проктор. В этом я не сомневаюсь, сэр. Фортуна к вам, генерал, явно благоволит. О ваших успехах в Египте наслышан. И уверен, что наше командование сюда вас прислало, чтобы вы еще раз смогли проявить свои способности. И этот генерал импонирует мне. Но, судя по вашим высказываниям, вы успели перенять от французов их республиканские замашки. Генерал, будет гораздо лучше, если вы откажетесь от них. Это может стоить вам жизни. Поехали. Слушай, сэр. Трогай! Hello, генерал. Как успехи, Жан? Выполнили мое поручение. Все в порядке, генерал. Текумзе вас ждет. Как они настроены? Индейцы уже совсем оправились после своего поражения. Им удалось приобрести много оружия. Текумзе изложил здесь свои условия. Кроме того, он хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. Не возражаю. Но я сомневаюсь, придет ли он. Раз Текумзе обещал, он придет. Я здесь, генерал. И готов выслушать твои слова. Позволь спросить тебя, от чьего имени ты будешь говорить? От имени тех, кто родился на этой земле. От имени всех краснокожих братьев. Слишком громкие слова, мой друг, чтобы в них можно было поверить. Верить или не верить, это твое дело, генерал. Мне кажется, ты не друг белых людей. Ты не ошибся. Мы, индейцы, не можем быть друзьями бледнолицых. Но ты все же пришел, и поэтому выслушай меня. Две недели тому назад Америка объявила Англии войну. У меня мало регулярных войск. И добровольцев тоже немного. Тогда как силы американцев втрое превосходят наши. Даже больше. Да, возможно. Поэтому я предлагаю индейцам, которые живут на территории английской колонии в Канаде, стать нашими союзниками. Ты знаешь мой ответ. Да, я получил твое послание. Во-первых, ты требуешь гарантии равных прав в бою. Во-вторых, неприкосновенности земель, которые еще остались у индейцев. И, в-третьих, гарантия независимости государства индейцев на северо-западе. Те, кого так часто предавали, нуждаются в гарантиях. Больше мы не можем доверять. Текумзе, я могу обещать только одно. До тех пор, пока я являюсь генерал-губернатором, предательства не будет. Даю тебе слово, офицер. Ни один англичанин не посмеет нарушить наш договор, Текумзе. Клянусь своей жизнью.
Я получаю только слово. Только мое слово. Ну что ж, еще раз поверю бледнолицому, генерал. Американцы придут отсюда. Угу. Это брод. Очень узкий. Много людей не смогут одновременно перейти его. Поэтому они столпятся на поляне. Мы спрячемся в лесу. А всадники будут стоять на том берегу. Как только американцы появятся у реки, мы нападем на них. Великолепный план. А что мы будем делать, если американцы не доставят нам это удовольствие? Я позаботился об этом. Гордый орел перехватит их разведку. А вот и наши канадские друзья. Позволь представить тебе мою жену. Она настояла, чтобы я взял ее с собой. Или вы уже знакомы? Ты жива. И у моих друзей. Жан спас меня и вез в Канаду. Тогда мое сердце онемело от печали, а теперь от радости. Albern erscheinen, dass ich es gerade jetzt sage, aber ich hänge mit der reinsten Affenliebe an meinem Skalp. Американцы идут! Я жду твоего сигнала! Многое зависит от первого сражения. А что вам стоит его выиграть? Она думает, что это так легко. Считайте меня трусом, полковник, но я предчувствую, что это недоброе. Вы нервничаете, потому что разведка не вернулась. Я был бы спокоен, если бы мы были уже на другой стороне реки. Прикажу выставить пушки, чтобы обеспечить тыл. Сдавайтесь, солдаты! Сопротивление бесполезно! Вы окружены! Предлагаю сложить оружие!
Я буду с тобой драться, Токумзе! Надеюсь, генерал, вы уважаете законы войны? Победитель в этом бою – бригадный генерал Текумзе. И вы его пленник. Тебе сегодня столько пришлось пережить. А что сделают с пленными? С пленными? Их потом обменяют, наверное. Я хотела бы с ним поговорить. Поговорить? С кем? С Саймоном. Его связали, потому что он пытался бежать. Я думаю, вряд ли он будет настроен на беседу. Тебя очень жаль. Я думал, что индейцы тебя убили. Но отец никогда не верил в это. Где ты была все это время? Саймон, я вышла замуж. Замуж? Жан, мой муж. Он спас меня и увез с собой в Канаду. Я обязана ему жизнью. Жан охотник. Мы живем в Квебеке. Недалеко от Великих Озер. Индейцы наши друзья. Индейцы. Все осталось по-прежнему. Ты ничуть не изменилась, Эллен. Зато ты изменился, Саймон. Тебя не узнать. Как ты могла оказаться на стороне врага? Ведь ты американка, а мы воюем с Англией. Эллен, может быть, ты потому с англичанами, что ты кумзе на их стороне? Да, ты угадал. Для меня это очень важно. Ты забыл, что когда-то в числе твоих друзей тоже были индейцы? Забыл, как ночью напролет мог с увлечением говорить об их идеалах демократии и свободы? Или воспоминания об этом мешают карьере полковника Саймона Мэкью? Ты мне разрешишь? На твоей совести разгром священного города. Мне за тебя стыдно.
Зачем ты здесь? Здесь война. Тебя могут убить. Сестричка, почему мы стали чужими? Du hättest nicht zu ihm gehen sollen. Warum nicht? Immerhin ist er mein Bruder. Jean, du bist der Franzose. Ich bin Kanadier. Und dass mein Großvater Franzose war, das ist ein reiner Zufall. Mein Vater und mein Großvater fielen von England ab und gründeten die Union. Sie haben immer Krieg gegen England geführt. Jetzt führt mein Land wieder Krieg gegen England und ich bin auf englischer Seite. Jean, gibt es in diesem Krieg überhaupt eine richtige Seite? У него были при себе важные бумаги. Бумаги? Эх, вы горе-стратеги. Кажется, полковник сбежал. Тревога! Тревога! Бежал полковник Мэтью! Скорей за ним, в погоню! Уже почти два месяца англичане продвигаются вперед, не встречая серьезного сопротивления на своем пути. Пали форты Мекинау и Дерборн. Ваш отряд попал в окружение Текумзе. Я бы еще сегодня должен был разжаловать вас. Как вы могли попасть в ловушку? Нет, дорогой мой, так легко вы не отделаетесь. Готов понести наказание. Вам его не избежать. Генерал? Когда я был в плену англичан, я встретил там свою сестру. Ах, вот как! Значит, индейцы не убили ее. А, теперь мне многое становится ясным, полковник. Вы мстили индейцам за свою сестру, сводили личные счеты. А нас интересует в этой войне жизненное пространство. Война. Разве мы воюем? Мы уничтожаем индейцев, уничтожаем самым диким образом. Нам нужна их земля, но им тоже нужно где-то жить. Иначе они погибнут. Самый лучший индеец мертвый. Запомните раз и навсегда. Генерал, англичане взяли Детройт. Кто именно? Генерал-губернатор Брук и бригадный генерал Текумзе. Вы свободны? С падением Детройта открывается прямой путь к вашему форту. Его надо во что бы то ни стало укрепить. Немедленно отправляйтесь туда и подготовьте форт к обороне. Вслед за вами я пошлю кентукскую конницу. Послушайте, Мэтью, неужели вы забыли о священном городе? Эта победа принесла славу всей нашей армии. Я знал, что ты придешь. Я все время ждал тебя. Нет, нет, не надо говорить. Лучше поешь, девочка. Эллен вернулась. Я всегда верил, что ты вернешься. Девочка моя. Здравствуй, сестричка. Es ist nicht gut, sich zu lange auf seinem Sieg auszuruhen. Das ist richtig, doch bevor der Nachschub nicht hier eingetroffen ist aus Formalden, wäre es unklug, einen entscheidenden Vorstoß zu unternehmen. Unsere Beute in Detroit ist zwar erheblich gewesen, jedoch weit weniger, als wir benötigen. Was wären die weißen Männer ohne Pulver und Blei? Da magst du recht haben. Und trotzdem, auch der rote Mann hat es sehr schnell begriffen, diese Erfindung zu gebrauchen. Weil wir es mussten. Nur deshalb. Weißt du, Bruder, für uns wäre es wichtiger, etwas anderes von euch zu lernen. Ihr bebaut und bepflanzt ein Stück Land und 20 Leute können davon leben.
Der Hirsch, von dem die Familie des Roten Jägers einen Tag zu essen hat, braucht ein Gebiet, das 20 Mal so groß ist. Я считаю, генерал Брук, наступление надо продолжить. Полковник Мэкью прибыл в форт. Он отдал приказ готовиться к обороне. Правда, людей у него немного, но он ждет подкрепления, которое обещал ему Гаррисон. Гаррисон действует оперативнее, чем я думал. Эти сведения передала Эйлин. Она в форте будет обо всем нам сообщать. Эйлин в роли разведчицы, но ведь это опасно для нее. Ее не заподозрят, она там выросла. Если американцы успеют укрепить форт, его труднее будет взять. Мы немедленно выступаем. Генерал, вы сообщили такому за ответ, полученный из Лондона? Генерал, вы обязаны ему сказать, что Лондон не допустит образования индейского государства. В ответе сказано очень категорично и в отношении равных прав. Я вам запрещаю вмешиваться в эти дела. Отправитесь с арьергардом. Завтра в 5 утра. У меня все. Выполняйте. Они все еще совещаются. Только капитан О'Брайен ушел спать. У них много часовых? Угу. Вот здесь я отметила, где у них расставлены посты. В форте всю ночь ходят патрули. Как дела? Кальва с лошадьми наготове. Хорошо. Besser auf strategischen Vorteil verzichten, als auf den Ruf englischer Ritterlichkeit, Madame. Kapitän, вы мой пленник. Wir sollten uns von Ihnen den Weg aufs Dach zeigen lassen. Herr Richter, halten Sie mal Ihren Arsch an die Säge. Und sagen Sie, welcher Zahn Sie... Всем оставаться на местах. Форт перешел в руки английских властей. Aber wisset, nun tut es nicht mehr unter amerikanischer Herrschaft. С господством американцев покончено. O'Brien ist so schön als Sie das... Действуйте. Кто-нибудь здесь заметит. Сорвем их флаг. Wo sind bloß meine Leute? Die feige Bande hat sich in ihren Betten verkrochen. Mit denen werde ich abrechnen. Verlasst euch drauf. Thank you.
Brook! Brook! Aus unserem Land geworden. Alles, wofür ich mal gekämpft habe, wofür viele aus dem alten Europa herübergekommen sind, ist zerstört. Ich, alt und krank, der Sohn Oberst bei den Republikanern, die Tochter auf der Seite des Feindes. Des Feindes. Tecumseh ist auch auf der Seite des Feindes. Du liebst ihn noch? Du musst mir nicht antworten, wenn du nicht willst. Aber ich bin immerhin dein Vater. Nein, Vater. Meine Liebe gehört Jean-Raphael. Tecumseh. Mein Platz ist an der Seite meines Mannes. Und an Tecumsehs Seite und der Seite seiner Freunde. Саймон, не уходи, ты погубишь и нас, и себя. Они могут завладеть складом оружия. Саймон, нет! Оставайтесь в доме. Здесь вы в безопасности. Почему мы все делали не так, как надо? Наша победа хуже, чем 10 поражений. Да, мы потеряли в бою бледнолицого брата генерала Брука. Это большая потеря. Для нашего дела это хуже, чем 10 проигранных сражений. Генерал Брук был нашим другом. А Проктор никогда не будет с нами считаться. Я это знаю. У нас здесь существует один обычай.
В давние времена его завезли к нам из Европы. Этот бокал для Саймона. Чокнемся с ним в последний раз. Ist das die Stelle, von der du sprachst? Ja. Ja, sie ist sehr gut. Dann werden wir Proctor zwingen, mit uns hier auf General Harrison zu warten. Das meintest du doch. Es geht mir um ein anderes, Brüder. Proctor ist nicht unser Bruder, General Brooke. Wochen sind vergangen, bevor er uns die Niederlage der englischen Flotte auf dem Eriesee mitteilte. Darum habe ich unsere Kundschafter Nachricht holen lassen. Die Engländer verlieren an allen Fronten. Ihr wisst, Brüder, dass nicht Feigheit mich so sprechen lässt. Unsere Krieger sollten nicht für die Rotröcke sterben. Ich meine, wir sollten sie verlassen. Tecumseh hat recht. Verlassen wir die Engländer. Wir haben einen Vertrag mit ihnen. Wir haben ein Bündnis. Der Hohe Rat hat es gebilligt. Und Verträge sind heilig. Wir haben aber auch mit Weatherford ein Bündnis. Er wartet schon lange auf uns und der Weg zu ihm wird immer länger. Das ist wahr. Und Weatherford ist unser Bruder. Sieh hier die Narben, Tecumseh. Jede spricht von Schlachten, die ich an deiner Seite schlug. Wir kamen zu dir, um Krieg zu führen gegen die langen Messer. Wir sind Krieger. Wir können nicht gehen. Darum musst auch du bleiben. Euer Beschluss, Brüder, soll gelten. Ihr habt mir sagen lassen, ihr wollt ja kämpfen. Vielleicht will Harrison gar nicht nach Malden. Er will. Na schön. Ich werde mir's überlegen. Ich wünsche jetzt und hier deine Antwort zu hören. Ja, das Gelände mag wirklich recht günstig sein. Zugegeben. Ja oder nein? Ihr habt mir nichts zu befehlen, General Tecumseh. Gewöhnt euch allmählich an den Gedanken. Übrigens, da wir schon mal dabei sind, der Bündnisvertrag mit euch wird neu abgefasst werden müssen. Ist auch die Meinung der Admiralität, dass General Brooke, der des Öfteren seine Kompetenzen überschritt, dafür werdet ihr mir gerade stehen, General. Proctor, die Irokesen haben in deinem Beisein Gefangene skalpiert, nachdem Branntwein ausgegeben wurde. Warum duldest du das? Ich frage, warum du das duldest? Was soll ich da einschreiten? Eure Indianer gehorchen ja keinem Befehl. Sie sind eben nicht zu lenken. Nicht zu lenken? Unfähig bist du zum Befehlen, das ist es. Geh nach Haus und zieh Weiberröcke an.
Приготовиться! Огонь! Приготовиться! Огонь! У нас большие потери, генерал. Я сам это вижу. Резервы центр, подтянуть фланги. Слушаю. Атакуют. Офицеры, ко мне! Будем отступать. Почему, генерал? Вы оставляете индейцев одних? Отходить к форту Мельден. Одинарец! Отходить к форту Мельден.
Проктор бежит. Трусливая собака. Проктор предал нас. Оставил одних. Жан. Да? Ты наш друг, но сейчас я твой начальник. Говори, я слушаю. Я ведь тебе никогда не приказывал. Да, это верно. Так вот мой приказ. Забирай Эллен и уезжайте отсюда. Кальва проводит вас. Текумзе, мы не можем тебя оставить. Мы с тобой до самого конца. Передай это Валагуа для моего сына.